Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, что не стоит вешать такие тюли на окна, вернее лепить их на крахмал. Это изобретение моей мамы, сильно ей захотелось сделать такую себе тут для цветочков немножко затененность. Как бы сказать, немножко, да, свет рассеивает, но что мне не нравится, то что окошко вот не помыть, это раз. И во-вторых, вы знаете, эффект создается. Вот окно, вот тюль. Тут вот тюль домашняя, есть шторы, есть. И эффект создается, как вроде бы в больнице. Вот в больнице раньше вот такие вот окна замазывали. Вот я с ней ссорилась, говорила, что не надо ее вешать, она некрасивая. И во-вторых, еще не видно, что у меня делается на балконе. Там у нас тоже вон цветы стоят. Ну для кого я? Для соседей посадила, что ли? Так что вот, снимаю вот это вот изобретение, которое оно надоело мне, честное слово, надоело. Вот его снимаю вот так вот. Потом вымою окошко. А цветочкам, если надо сделать затемнение, можно прекрасно, просто-напросто. Есть у меня такая для автомобилей отражающая шторочка. Если надо сильно будет солнышко осветить, я тогда ее сюда прилеплю. Ну, это лето выдалось, только солнышко очень вот редко начала уже светить, в основном дождики идут. Видите, как я ее снимаю, она прилепилась на полном. О, наконец-то все, свершилось чудо. Знаете, вот просто вот не вешайте вот такие вот, такие вот занавесочки на крахмал, на окна. Все, вот намного лучше стало. Я сейчас окошко помою, будут наши цветочки здесь и на балконе видно, и тут видно.